Иду в гости сегодня к своей старинной подруге. Давно мы с ней не виделись. Вот зашла уже в ее двор. Смотрите, как у нее красиво. Сколько у нее тут цветочков. Цветы цветут вовсю. Красота. Ну, я уже пришла. Так, сейчас позвоним. А он, наверное, не звонит. Не хотят меня пускать. Я пришла, наконец-таки мне открыли дверь, совсем меня не хотели пускать. И встречает меня моя любимая Таня. Заходи, заходи, запускает меня. Очень хорошо, спасибо. Я что, первая? Да. Танечка, родная моя. Ой. Ну все, пока выключу, потому что все руки заняты, разденусь. Такие вот у Тани кошечки тут. Это, наверное, и мама, и папа тут лежат. Бабушка и мама. Бабушка и мама. Ах, вот оно что. Ах, красавцы. И еще это теперь ты прабабушка выходит? Да. Это ты прабабушка? У тебя такой прекрасный правнук или правнучка? Мальчик. Мальчик такой. Маленький такой. Дайте потрогать. А чего он один только? Ой, такой хороший, вот такая вот лапулька. Вот я его взяла, он ко мне, он меня царапает, сейчас мне шею поцарапает все. А это, оказывается, мама и бабушка, и с сыночком. Ай-яй-яй, ой, какая красотища, как я вас люблю. Ой, так, Катюша, оторвись от меня, маленький мой, оторвись от меня. Я еле отцепила его от себя. Цепился когтями мне в эту самую, в кофту. Боится, малюточка. Иди к маме. Иди к маме, мой хороший. Ему только месяц еще. Моя красота такая. Вот. Таня чем-то занята тоже. Таня занимается косметикой Фаберлик. Нет, Фредерик. О, я все время это путаю. И вот такой вот там еще жемчуг майорский. Смотрите, какая красота. Это все Франция. Все приходит с Франции. Не знаю, свет есть тут включить какой. Темновато немножко. Вот такая вот красотища. Это все можно купить. Я тоже этим когда-то занималась, но сейчас у меня не осталось людей, которым можно это предлагать. Нули сбросили, все стало дорого. Сама себе накупляла и носить не ношу. Косметика, конечно, это шикарная. Очень хорошая косметика. Серия Алоэ Вера. О, вот она как раз. Я ее показываю. Все у меня это тоже было. Был и крем, и гель, и спрей. Чудесное, чудесное все это самое. Все мне это нравится, но я как-то перешла уже на Фаберлик, то, что подешевле. Вот, ну, смотрите, какая красота. Какие интересные кольца. Все это. Вот люблю смотреть, люблю, когда на ком-то что-то одето. Но сама носить не люблю. Я. Вот в таком я сегодня наряде. Дождь пошел, не знала, что одевать. Вот. Кроме меня никого еще нет. Еще только приехала Стелла. Вот. Стелла наша любимая приехала. Так что давно не виделись. Наконец-таки встретились. Вот, помаши, точно помаши ручкой. Еще много будет, кто придет? Да, к трем уже придут. Ну, видишь, это я поехала за заказом. Просто за заказом поехала, мне надо было получить. И я думала, я пойду домой, пока я занесу, потом, пока я вернусь опять назад. А тут мужа встретила, я быстренько ему, ой, надо нести до дома, и сама все уже. Так, вы уже там... Кто-то пришел, да. Кто-то еще пришел, а это Валя пришла. Знакомые все лица. Знакомые все лица. Так, сейчас нам Стелла кое-что расскажет интересное. Что была я красивая. А, ну так ты ж красивая всегда. Значит, компания, как обычно, да, в рамках самой компании дарит нам поездки и большие подарки, да, и в качестве
огромное такое, огромного подарка, поездку за границу, за свой счет, за ее счет, за компанию, да? Вот, мы были в Каннах тогда на 30-летии компании, мы были в Каннах. Вот, а сейчас предлагается тоже конкурс, ну такой достаточно большой объемный конкурс, и поездка за счет компании в Париж, в Диснейленд, и там будет гала-ужин, там будет большой семинар, там будет очень много народа, но всегда, как всегда, это все красиво, это на высшем уровне, обычно пятизвездочные отели, да, ну и, естественно, гала-ужин тоже пятизвездочный, вот, то есть красивые, там, как красиво все. В шикарных платьях, да, ну Париж это Париж. Как я говорю, пришла весна, я снова хочу в Париж, а что была? Нет, просто хочу, да? На самом деле уже была, но все равно еще хочу. Вот мы были в прошлом сентябре с Татьяной в Париже, вот, была такая вот погода, но нам это совершенно не мешало, мы были мокрые, но счастливые, вот, поэтому опять-таки сентябрь, тогда было даже начало октября, а тут 23 сентября, это будет еще тепло, вот, можно заехать в Канны, да, можно заехать в Ниццу, в Монако, а потом плавно сечь, да, пол Франции и поехать в Париж. Вот, поэтому гала-ужин и семинар будут именно 23-го, это будет очень красиво. Вот, нас приглашают, если не выполняем, как бы, условия большого конкурса, можно, такой есть конкурс в конкурсе, достаточно маленький, вот, и просто часть поездки придется оплатить своими деньгами, но туда доехать и побывать. Вот, поэтому мы уже с Таней решили. Ну, есть, конечно, вы в обязательном порядке. Естественно, как без этого? Это все остальные это думают. Это жизнь, девочки, да, это жизнь. Все понятно. А это вот сидишь тут в своей кастрюльке, варишься, да, ну, с работы на работу, то плохая погода, то плохое настроение, то еще что-то. А когда приезжаешь в Францию, все хорошо, во Францию все хорошо, и настроение хорошее, и французы замечательные. Они понимали нас с полуслова, да, с полувзгляда, на каком бы языке мы ни говорили, на языке мимики и жестов, или мы там говорили на французском, да, как могли. Merci beaucoup, merci beaucoup. Даже вот хочу сказать, что из наших же многие ездили. Не только я и Стелла, и Павлова, и Бурченко. Ну, я же смотрела видео, Стелла там такое слабенькое, маленькое. Маленькая, там кусочками все снимала. Нет, у меня очень много на Ютубе, я просто еще не отредактировала, чтобы запустить. У меня там все на Ютубе. Ну, все то жду, думаю, нас, когда она там что-нибудь покажет. У нас много людей. Зайду, смотрю, да, как кусочки да, да, маленькие. Так что тут не надо из говорить, Витебска что я только, да, да. Ну, так я знаю, что я ж видела там, всех девчонок видела. Ну, мы часто ездили. Знакомые то вот в Барселону все лица. Ездили, да, то есть в Испании мы были, на Кипре мы были. Вот, теперь вот планируем во Францию. Молодцы. Конечно, Франция это классно. А Средиземное море, вот Каннская набережная, да, вот там дворец Каннский, дворец кинофестивалей, мы так прошлись по набережной, да, но там мы не плавали. Мы там по набережной круазов мы только прошли, там типа по всяким бутикам смотрели, какое платье выбираем, где чей салон, да. Мы плавали, Стелла, на 30-летии. Да, на 30-летии плавали, да, ну когда мы сентябре. Это мы последний раз не плавали. Ну там мы плавали. Это когда Тахира ездила с мужем, да? Это мы в Испании. Нет, это в Испании были. А здесь мы вот были тоже, когда в Каннах, мы плавали, но на своей набережной, не на основной, да, не возле Каннского дворца. В этом году. Помню, как мы там плавали, и когда с этой пляжкой, я до сих пор, когда помнишь, я кричала, отползай, отползай. Это после гала-ужина, после этого праздника сумасшедшего, мы там отмыкали и попали в такое торнадо. Весело, весело, девочки, живете, завидую, завидую, белый зай.